У вас сейчас тяжелый период в личной жизни идет. Знаете об этом? Нет. Нет? Я чувствую. Есть тяжелый период личной жизни, могут быть разногласия с мужем. И вот, может быть, это вот то, что вы сейчас говорите, может стать причиной ваших разногласий. Вы ему сильно там помогаете в бизнесе, да? Да. Он без вас не сможет же, правда? Нет. Ну вот, видите, об этом речь. То есть вы как раз подходите к этой черте, в котором может начать рушиться ваша личная жизнь. Для женщины личная жизнь самое главное. Поэтому вам надо чуть подождать, потому что хороший период для перехода вас на другую деятельность будет только через год. Вам надо просто ему об этом говорить, чтобы он искал себе замену потихоньку. Ну, то есть готовить мужа к тому, что вы будете другим деятелем, другой деятельностью заниматься. А ну, а ту деятельность, которую она выбрала, остеопатия? Ну, вот это нормально подходит, но она не будет давать денег. Ну, я не ставлю цель материальную. Я понимаю, да. Я поэтому и спрашиваю вас, как муж к этому относится. Поэтому я говорю, давайте через год вы начните развиваться в этом направлении. Сейчас плохой период, связанный с личной жизнью. У вас могут быть конфликты в семье, разногласия. Но не конфликтные, а разногласия. Если вы меня спрашиваете, я на правах старшего вам об этом говорю сейчас. Потому что разногласия уже есть у вас внутри. Они уже есть, просто они не вышли наружу еще. Не надо этого ждать, надо этого не допустить просто.